остались в России? Остались в России. Привет, Айсик Россия. Привет, Айсик Россия. Привет, дорогая Айсик Россия. Привет, Айсик Россия. Привет, Айсик Россия. Да, привет, Айсик Россия. Меня зовут Руслан. Меня зовут Манана. Меня зовут Виктор. Меня зовут Маша. Меня зовут Паша. Меня зовут Ренат. Меня зовут Лена. Меня зовут Наиля. Я в следующем году буду в CLC Development. В следующем году я буду в MC работать на позиции VP финансы. Как вы знаете, я президент по горячим срокам на 2009-2010 год. Я MCB LEC на 09-010. А на следующий год я буду вице-президентом по Talent Management. В следующем году я буду MCVP Outgoing Exchange. Я буду вице-президентом по внешним связям. Я вице-президент по коммуникациям национальной комитете. Хотел пригласить вас всех на пленер. Потому что я уверена, что именно вот с этой конференции мы все вместе начнем жить наш потрясающий новый год в Айсике. Там попробуем очень сильно покрыть ожидания того, что хотите очень много профессиональных сессий. Мы с вами действительно, надеюсь, придем к общему пониманию того, чего мы хотим достичь на следующий год. Потому что мы будем планировать весь год развития ICIC в России. Вообще, что все будет очень интересно, все будет немножко по-новому. Мы хотим в следующий год очень плотно работать с вами. Хотим быть одной большой командой ICIC России. Потому что именно там вы сможете встретиться с другими локальными комитетами, познакомиться с кучей новых людей. Я обещаю, что на пленте будет не только знания, а не только новый опыт. Я уже готовлю к вам очень интересную программу. Новые люди, новые знакомства. Вы будете там тимбилдиться, узнавать новые вещи, которые помогут вам в работе. Много новых вещей разузнать. И у нас будет потрясающий функциональный трек. У нас функциональный трек будет насыщенный. Ну плюс это еще будет много фана, ICIC Spirit. Вам обязательно нужно будет встретиться с вашей функциональной командой. И вместе построить единую ICIC России, как нам двигаться дальше. Так что приезжайте на Пенте, вы получите вообще огромный заряд энергии. И третье, мы будем вместе, ICIC России — это одна организация. Но я искренне верю, что именно Пленет является первым шагом к развитию роста вашего локального комитета. Пленет может реально увеличить силу вашего локального комитета. Я вас очень жду на Пленете. Очень бы хотелось вас всех видеть на национальной конференции Пленет. Очень жду президентов, очень жду всех президентов на другие функциональные треки. Я очень жду вас всех. Вот мы всех вас ждем. Очень жду не только свою команду темов на Пленете, но и всех других функционалов. И, ну, вообще, как бы, мы ждем всех, каждый функционал в отдельности. Всех вас хотим уже быстрее увидеть. И до встречи. Вот, поэтому обязательно увидимся и на базе, и на сессии. Собственно, наверное, все, увидимся. Пока. Самое главное — найти сейчас средства и время для того, чтобы на нее поехать. И очень люблю вас, даже если еще не знаю. Целую всех, пока. Пока, до встречи. Вот, пока. Вы просто не можете этого пропустить.